Всем привет, с вами Crazy Stalker. Uncharted, Путь вора. Давно я ждал эту игру, когда она выйдет. В общем, первую главу я прошел, это у нас вторая глава, Гиблое место называется. В общем, вывели нас из тюрьмы. Нам надо, короче, вот залезть, найти какую-то хрень, короче, какие-то сокровища, которые тут оставили. Это должно сработать. Куда ты, блядь, полез? Все равно управление осталось, блядь, дурное. И задатки... Так, нам туда, да? Тюремная камера. Как мне туда добраться? Как-нибудь. Так. Ага. Ну что, попробуем пройти. Понравится, значит, может, погоняем, блядь. На стриме. Так. Погнали. Опа. Так, залезли. Так, что у нас дальше? Можно съехать. Зацепиться за шест. Возможно. Видел бы это, сэр. Вперед и наверх. Так, забрались.
тут. Нужна камера на самой вершине. Трудно поверить, что вот здесь пираты сидели и ждали виселицы. Ладно. Так, залезли. Куда мне? Надо наверх. Поразительно, что тюрьма еще цела. Испанцы строили такие вещи на совести. Скольких пиратов тут сгноили? Ладно, не буду врать. Это круто. Пропускает. Дальше. Ну вот, камера Бернса. Да это прямо номер люкс. Ладно, с чего начать? И какой же смысл в этих закорючках? Так,
Так. Один, пять, шесть, 12. Солнце и луна. В алхимии это золото и серебро. Стоп. Что-то подобное было в письме. Хм, похоже на часть символа. Мой дорогой сын Ричард, эти дьяволы испанцы поймали меня и теперь я ожидаю своей участи в вице-королевстве Панама. Меня обвиняют в пиратстве. Суд чистая формальность. Абсолютно ясно, что меня вскоре повесят. Признаюсь теперь, я был в команде капитана Генри Эвери. Я вместе с товарищем участвовал в ограблении индийского судна Ганг и Савай. Мы много законов Божьих нарушили. Много чего натворили, я должен ответить за свои грехи. Ныне я сижу в камере на самом верху испанской тюрьмы, смотрю на океан и безумно хочу лишь одного, чтобы минуту побыть с тобой и твоей матерью. И хотя о многом я сожалею, зная со своей судьбой, я смирился. Надеюсь, однажды ты найдешь путь в это ужасное место, примешь мой крест и отыщешь несметные сокровища, любящий твой отец. А, повернуть. Вот и вторая часть. Ну-ка. Вот так лучше. Так, тут знаки зодиака. Это стрелец, а это скорпион. Стрелец и скорпион. Нет, не тот. И не этот. Так, стрелец и скорпион. Ага, стрелец. Десятый. Римская цифра 10. Ничего. Как там в письме? Знак скорпиона и римская цифра 2. Знак скорпиона, римская цифра 2. И римская цифра 2. Нет. Я что-то упустил в письме?
Стрелец и римская десятка. Подождите, я десятку уж набирал. Ничего, стоит свериться с письмом. Так. Нет. Я не вижу цифру 11. Нет. Десять и два. Крест и две черты. Ух ты, что у нас тут? Digna factis recipimus. Прикольно. Больше ничего. Ладно, пора назад. Давай!
Надо смотреть под ноги. Местами непонятно, конечно. Или, может, я гоню. И вниз. Ну да. Что теперь? Куда теперь? Лихо я проскочил тут. Бедное мое плечо. Так, осмотреться надо, да? Вон, Варгас. Хочу в долю. Я с вами. Долю захотел. Тюрьма-то нехилая такая, а там заборище, блядь. Сука, что на военной базе, блядь. Так, ну чё, попробуем прыгнуть, да?
Вот эти вот, блядь, загадки. О, нет! Воу! Он съебаться не может отсюда. Лезть нельзя, надо обязательно по стене лезть, да? Ну, что-то не понимаю. Добрался. Как успехи? Дрейк? Ну что? Там было пусто. Если где и спрятана подсказка, я ее не нашел. Уверен? Ты хорошо поискал? Наверное, я упустил что-то в письме. Вдруг имелась в виду другая башня, которой нет давно. Ну да. А может, чертежи какие остались? Схемы построек? Может быть, есть какой-то архив. Ага, хорошо. Тогда поищи там, вдруг чего накопаешь. А я поговорю с Сэмом, он эксперт по Эвери. Может быть, он во всем этом разберется. Ладно, я залезу в архив. Да. Повернись. Ага. Так. Да, опять тюрьму. Когда с ним поговоришь, свяжись со мной. Хорошо. Вали. Ринго, если еще раз полезешь в драку, загремишь в карцер. Надо же, какая экспрессия. Но я актер получше. Десерет играет. Буэдо дезира, верта де принципианте, верда? Ихо де пута. Lo siento, chicos. Tengo que irme. Claro, te vas cuando estás ganando. Para ti, ¿eh? Господи, ну у тебя и видок. Ты живой? Ну, издержки производства. Пошли. Эй, стоп. Давай-ка, не нагнетай саспенс. Ты был прав. Мы были правы. Сейчас найдем Рейфа и... Рейфа. Ну, только не начинай. Слушай, сам сказал, что это мы нашли. Ты и я. А богатенький ублюдок просто упал на хвост. Сколько мы пытались сюда влезть? У нас были зацепки. Да не было. Вот по нулям. Будем честны, без Рейфа и Варгаса мы б сюда не попали. Да, кстати, о Варгасе. Есть проблема. Какая проблема? Он пустил тебя в башню? Да, пустил. Но сперва письмо прочел. И что он теперь хочет? Ну, конечно, в долю. Черт. Рейф, если кто-то еще об этом узнает. С Варгасом я вопрос решу, не парьтесь. Сейчас давайте обсудим более важные вещи. Ладно, пойдем только куда-нибудь, где потише. Ага. Все, тут никого. Так, ну и что ты нашел? Охренеть.
Можно? Аккуратней только. Дерево инкрустировано серебром. Неплохо сделано. Он пустой. Зачем так старательно прятать выдолбленное деревянное распятие? Это не распятие. Формально распятием называют крест Христа. Это не Христос. Да, ни тернового венца, ни гвоздей, но если не Христос, то... Ну ты прочитай. Digna factis recipimus. Мы получаем... Нам воздается по делам нашим. А ты крут. Ну, знаешь, детство в католическом приюте. Святой Дисмос. Да, благоразумный разбойник. Но какая связь? Так, а теперь для тех, кто прогуливал воскресную школу. На Голгофе Христа распяли между двух разбойников. Один разбойник потешался над ним, а второй, вот этот, раскаялся. Он смиренно принял наказание за грехи. И Христос забрал его в рай. Благоразумный разбойник. Что? Ты понял? Существует собор Святого Дисмоса в Шотландии. А в Шотландии теряется след Эвери. И это не случайно. Нет. Честно, я в вас сомневался, но... Пошли найдем Варгаса. Пора уже на свободу. Дай угадаю, это с ним ты поссорился? Не знал, что у него столько друзей. Я dije que no habíamos terminado. Mira, ya nos ganaste, ¿ясно? Muy tarde para hablar. ¿Quién no sales? Эй, знаешь что? Tú no te metas. Ладно. Ты, бро, тебе не горишь, Basta de hablar. Alguien más necesita que le recuerde las reglas.
Алиненса! ¿Qué es esto? ¿Eh? Дама! Что, контрабанда? Варгас... Заткнись! Кем себя возомнил? Явлосу Селда! Метролос Грингас и Миофисина. Ты... Деханас! Деханос! Ты не торопился. Нас чуть не убили. Еще могут. Варгас, ты что? О, я ничего не нашел. Может, не та башня? Ну? Меня воспитывали монашки. Крест всегда со мной. Смешно. Эй-эй-эй, он же ничего не стоит. Я вам что, идиот? Ты хочешь изменить условия? Ладно, только давай без этой пурги. Убери нахрен пушку. Спасибо. Мы дадим тебе 10%. Немало. Мы делаем всю работу. 20. Без нас ничего не найдешь. 25. Четверть. 25. Что скажете, парни? Ну что, согласен? Ну да. 400 миллионов делится на 4. Значит, договорились? Да, договорились. Хорошо. Но если вы еще хоть раз... Господи! Вот и все. Ты что, совсем рехнулся? Хочешь проверить? Собрать! Что делать будем? Дальше все по плану. Это часть плана! За мной! Бегом! Бегом! Твою же! Рейв, куда бежим-то? К маяку! Варгас сказал, лодка будет под ним. Куда? Не знаю. Пойдем наружу, сообразим. Черт, тупик! Окно! Нейт, помоги мне! Скорее! Прикол, блин. Yeah.
Думаешь, он свалит без нас? Нет, если успеешь. Давай, я за тобой. Они повсюду. Ничего, идем дальше. Ладно. Вроде нет. Черт, лабиринт. Да, они не хотят, чтобы мы сбежали. Предлагаю... Охрана! Надо сваливать. Нет, он еще там. Его больше нет. Быстро, лодка прямо под стеной. Нет, не могу. Не могу его бросить. Нейт, твой брат погиб. Выбирай, ты со мной или с ним. Нет, он же... Как хочешь. Начало. Да. Не зря я ждал эту игру. Бомба.
15 лет спустя. Готово. Спустился на дно. Так, судя по сигналу, ты на месте. Груз не видно? Нет, пока нет. А вы ничего не засекли? Ничего. Ладно, поплыву по течению. Понял. Будь на связи. Хорошо. Эй, по моим часам у тебя четверть... Все в норме. Я уже рядом. Так, ну что? Еще немного и давай всплывай. Погоди ты. Давайте, наверное, продолжим уже следующую часть снимать. Уже в следующем видосе. Ну что, как вам игруха? Может, попробуем поиграть в нее на стриме? Давайте, пишите комментарии, кто меня смотрит. В общем, давайте. То, что мы продолжим писать, это точно, но, может быть, и подрублю стрим в ближайшее время. Может быть, даже сегодня. Ну что, а на этом все. Приятного всем просмотра. Жду ваших комментариев. Всем до новых встреч. С вами был Crazy Stalker.